Сегодня 30 сентября, и мы вспоминаем день памяти мучениц веры, надежды, любовь и мать их София, которые пострадали за Христа до смерти, не испугались мучителей своих и умерли телесной своей жизнью, в жизнь вечную перешли. И вот эта стойкость, эта надежда, вера в Бога сильная, любовь к Богу, мудрость божественная. Вот она всегда примером остается для всех людей. И поэтому много имен названы, до сих пор называются и всегда будут называться: вера, надежда, любовь, столько имен. Сегодня все они именинницы. Но не только они все, мы очень любим этот праздник. Это для нас стал праздником, действительно. Вот я хочу прочитать для именинниц и для всех православных христиан вот такое стихотворение. Вера, надежда и любовь, и мать София, вы мученики за Христа, для нас святые, недаром любит вас народ, ваш подвиг мир переживет. Вера укажет путь всегда, с верой врага мы сокрушим. Надежда радость даст тогда, когда в отчаянии скорбим. Любовь – великая награда, для сердца счастье и отрада. Софии мудростью стоим, душу врагу не отдадим. Вера, надежда и любовь, и мать София. Молитесь Богу в небесах за нас, святые. Такое стихотворение у меня. И еще одно. Все начинается с надежды. И верой обретем любовь, и будет та любовь безбрежной, ведь слово Бога есть любовь. Ее нельзя ничем измерить, ни с чем нельзя ее сравнить. И надо нам лишь в Бога верить, верить, надеяться, любить. Будем же верить в Бога, надеяться на Его милосердие, любить Бога, мудрость Божию. Ведь сказал Господь: будьте мудры и просты, да? Всех именинников поздравляю с этим праздником, с Днем Ангела. И нас всех тоже с праздником, потому что всем нам нужна и вера, надежда, и любовь, конечно. И мудрость Божия. Всех с праздником!